крошку из этих. А вот тут кошечка нас еще пожалуйста. Куда же мы без кошечки-то? Итак, следующая песня не в переводе. Это наша лично персональная песня. Вот, написал он музыку, текст. Да, и даже перевел сам с русского на русский. Обычно мы ею заканчиваем концерты и вытаскиваем всех на сцену. Вот, ну, начнем помаленьку. Когда тел за спиной не останется или тучами небо затянется, мы с тобой потихоньку уйдем. Бросим все, что еще не доделано, или пишем историю с пеной, и, возможно, отыщем свой дом. За усталую лошадью от нее погонять ни к чему. У нее и так жизнь не сладкая, Бог болит, и на полном заплаткою дай легкой не счесть никому. Нелепыми сплетнями, мол, смотрите, идут чудаки. Да и что нам сказать в оправдание, хоть для нас каждый день как свидание из руки, делить эту жизнь из руки. Спиной не останется, и тучами небо затянется, мы с тобой потихоньку уйдем. Выступали Виталий и Елена Новиковы. А вы пойте, давайте, не отвлекайтесь. Татьяна Гордеевка, Станислав Пак, Елизавета Готковская. Спасибо. Дуэт не ясно. Спасибо вам, что пришли. Так что поблагодарим, да, наших, всех выступающих. Еще будем рады видеть их
у себя. А причем, поскольку у нас творческая лаборатория, и, пожалуйста, тоже, если у кого-то есть, вступайте в нашу лабораторию, тоже приглашайте. Вот у нас тоже член нашей творческой лаборатории, еще один сидит тоже. Так что спасибо вам большое, мы очень вам признательны. Сами прочитайте тоже стихи переводов, вот, по крайней мере, 26 апреля будут выступать.